Доброе утро. Всем привет. Готова, Женечка. Там даже написано Женя Трофимова. Это мне дарили. Угу. Надо кепки теперь покупать. А? Кепки, говорю, надо покупать. Обувь летнюю. Угу. Вообще надо вещи перебрать, посмотреть. Сколько у нас шорт на лето, футболок и все такое. Все, я пойду. Ну ладно, дочка, давай, с Богом, милая, провожу тебя. Угу. Кто приехал? Кто? Матвейка? У Матвейки одежды вообще тоже не осталось. Теплое, если есть, так оно на осень. А вот на сейчас так вообще нет. Здесь вот тоже Настя пакет привезла, надо будет отдать. Ну, мы тут нашли, кому отдавать. Отдаем его вещи все. А Настя с отцом, Настю на машину в ремонт погнали. Сейчас они ее там оставят, и отец ее привезет сюда. Настя температурит. Да? Ты моя девочка выспалась? Да. Mm-hmm. Все поводится. Угу. И это только. Вот так вот весь день, Настя говорит, капризничает. Весь день. Приходит Оля, массаж Матвею делает. Опять Настя. А Настя сама придумывает массажи. Ни показаний, ничего нету. Нет, она позвонит Оле. Оля ходит, массаж делает. Бассейн. Ну, я знаю, что бассейн есть. Давай. Доча. У нас же тоже дела есть, наверное. Матвей. Ну-ка покажи, мамка там показывала. Сидишь уже? А еще Люца одевать и демопин. Вот так, он взял шатуку и вот так сел. Сел? На стоме. Угу. А ты ку-ку-ку. А ты ку-ку-ку. А ты ку-ку-ку. Шесть месяцев всего, уже вовсю вставать хочет и все. Это сейчас его учила. Нет, он сам. Сейчас вот так его вот так. Пап, он вот так. Сейчас я вот так его одела. Mm-hmm. Вот так. И белый шаблю учился. Все, отвезли Настя машину в ремонт с отцом. Поехали обратно. Выпили карскую. Ты не ела еще? Температурит. Матвей даже на руках не хочет сидеть. Я его взяла, он прям выгибается на пол, просится. Все, теперь лентяй. А то был лентяем. Был лентяем, не стал лентяем. Сейчас на диван полезет. Ну, совсем вставать хочет. Везде прям это вставать. Я скажу, всех бужу. Ну ладно. И поставь на паузу, пожалуйста. А как? В общем, Вася, Настю увезли домой и заехали в магазин. Купили два хлеба, два молока. Молоко улетает вообще конкретно. Девчонки постоянно делают этот какао. Но оно закончилось. Купили мне капусту. У меня там мясо немножко осталось. Хочу потушить. Приготовила я. Это сейчас уберу.
Сегодня у меня картошка тушеная с мясом свинины. И каша. И каша, да. А здесь рис с пшеном. Почти уже доели. Так, ага, хлеб на месте. Капусту я сейчас пока... И сейчас девчонки пойдут, надо будет это, огурцы отнести. Я уже одну банку открыла с картошкой, ела. Здесь у нас так жарко, ужасно жарко, прям выпаривает все, потому что потолок тут тоненький совсем, жара неимоверная стоит, ничего нельзя там хранить. Там, наверное, так же, как и на улице, только, может, еще жарче, да? На улице 38, а тут у нас, наверное, все 40. Да. Вообще жарко. Ладно, папочка, обедай. Женя там что-то написала, не успела, правда, прочитать. Кондиционеры на полную мощность везде, потому что температура, ну, плюс 40 точно, наверное. Никто на улице не ходит. Пусть. А что ты грязная? Какая упила? Плюс 40, наверное, что очень жарко. Мы с открытыми окнами ехали, я жихарку смотрела. Жихарку? Да. А я тоже, я зимку и улять. Чебурашку, да, да. Том, иди покушай, пожалуйста. Да. И привет, я Улечка. Я с сырники с этим. С сгущенкой. Дарина уже пришла? Нет еще? Сейчас машину отремонтируют, Насте позвонят. Отец опять поедет. Куда? За Настей. За Матвеем. Заберет их, а они потом, не знаю... Может быть, а у нас Вейка? Останутся. Вот Вейка дома, наверное, спит. Спит? Ну, он поспал в дороге, когда мы обратно путем. Ну, короче, мы куда-то ехали зачем-то. Вот, поехали, а потом обратно домой, и он спал всю дорогу. Понятненько. А сейчас мы массаж сделали, он кашу поел, попался и... Настя коляску забрали, которая у нас, потому что у них коляска, короб, это почти не потребовалось им, не понадобилось, потому что они у нас жили. И говорит, не могу его ложить в этот короб, он встает. А эта коляска, которая у нас дома, она хотя бы пристегивается. Я его пристегну, ну невозможно в той, потому что там короб, он встает и встает, и встает, и встает, но... Никак. Никак не покататься. Хорошо, сядет у нас есть летняя коляска, еще Софийкина. Только помыть ее надо будет хорошенько. Софи, тебе надо коляску? Когда я буду маленькая. Когда будешь маленькая? Да. Ну ты никогда маленькая не будешь. Ты все время будешь большая-большая. Так, ладно, прочитай, что там Женя пишет. Надо спасибо. Домой уже едет. Женечка приехала. Ну, рассказывай. Нет, не ломай. Ну... Как сказать, можно сказать то, что первое. Первое место? Ну, почти, да. Ну, второе, да? Ну, да. Ну, нет. Полупервое, полувторое, короче. Ну, вообще на любой вопрос скажи. Так не бывает же. Ну, блин, мам, как сказать. Там много этапов было, потому что... Ну, ладно, ладно. Ну, раз грамоту не дали, значит, ничего не заняли. Сказали так. Ну ладно. Мама, знаешь, какие там призы были? Велосипеды. Круто. Большие. Угу. Я не знаю, короче, кого мы заняли. Ну какая разница? Поучаствовали, первые... ладно. Я не знаю, потому что мы, ну, мало когда были. Первые места поеду в Анапу. Угу. Ну ладно. Там было 36 школ. Ого, понятно. Расстроилась? Нет. Ну и хорошо, молодец. Главное участие, да? Сейчас Саша пришла, говорит, Симка заболела. Точно, смотрите. Похоже, лишая у нее. Капец. Сегодня уже поздно. Они видели, что я-то не трогаю кошек.
Они видели девчонки, ну, думали, может, просто подрались между собой. Они проходят, и дырка становится все больше. Как зовут-то котенка, даже не знаю. А вон и нолик ходит. Сейчас белье соберу. Вася вчера все скосил. Теперь совсем пусто стало. Иногда, мне кажется, нельзя так косить. Тут такая жара. Вот сегодня 40, да, тут асфальт. А если бы была трава, не так бы было сухо. Но опять же, траву тоже нельзя. Змеи заводятся тогда. Ну, вот не знаешь, как лучше. Не садили в этом году ничего. Ну, опять же, у соседей так же. Смотрите, видите, тоже все скошено. Софийка спит. Обещали Насте машину до двух отремонтировать. А потом Вася туда ездил. Что-то там сломалось в рулевом. Детали только завтра придут. Поэтому Настя там без машины. Не приехала сегодня. Саш, ты другую обувь одела? Саша тут все подмела. Потом к подружке приехала. София проспала весь день. А сколько теперь ляжет? Не знаю. А где София? Вроде с тобой была. Ушла. Ушла? Ездили в магазин в основном за яйцами. Завтра завтракать нечего будет. Взяла соль для засолки. Хотела еще уксус 9% посмотреть, но не было. Так, огурцы, помидоры. Этот раз решила такие взять. На рынке потом купим нормальные. Вот такие черри Софийка очень любит. Как всегда, сыр. Это девчонки набрали. С нами ездили. София с Томой. Купила новые, у меня совсем испортились. Ну, все равно, где пригорит, где что. 4 штуки взяла, чтобы слишком яркие не были. Так, это какао, девчонки. Тут что-то каждый день взялись сделать. У них бывает такое. Потом надоедает, они потом год могут не пить. Так, это Саша мы взяли, она очень любит такие. И рисовые хлопья. А Софийку другую кашу не признает. Сегодня варила она, кое-как немножко поела. Был рис с пшеном. Не захотела, в общем. Решила попробовать такие рисовые хлопья. Ну, в основном я вот такие варю. Купила себе краску для волос. Шауму для всех, для всей семьи. Шаума. И мыло для рук. На мыльном корне. Это там заканчивается уже. Вот. Купила. Так, у меня там постирала. Сейчас полоскание поставлю и развешу на веранде. Все. Вот такие у нас покупки. Что опять случилось? Демонтируем. Опять велик твой сломался? Нет. Мне вот это болтает. Крыло сломалось? Я вчера Василия Владимировича подстригла. Седой совсем. Так, ключик где? Ключик? Да. С ручкой. Вы знаете, надо ехать на шопинг. Ну, это громко сказано, конечно. Девчонок, обувь хотя бы купить. А я не могу себя заставить. Не могу. Ну, на улице, блин, такая жара. Хотя, ну что тут такого? Вася на машине довезет, в магазин забежал и обратно. И все равно не могу.
Не могу себя заставить. Что, папка, нынче будет много орехов, да? В прошлом году не было. И они были такие плохие. Смотрите, как много. А вишню у бабшуры больше нету? Осыпалась уже, да? Ну, мы уже когда собирали, она уже была такая вся. Да. Чё, сообразила, какую надо? Помка вся синяя. Пришла как-то в школу. Где у тебя синяк был? Учительница спрашивает, Том, у тебя дома бьют? Он здесь возле глаза. Тома говорит, нет. Я сказала, что когда мы разделили вот эту сетку, как на окнах, она мне как попала в глаз, вот сюда тыкнула, и мне больно было. Угу. Почему здесь синяк был? Ой, какая обувь, Тома. Не знаю, когда я настроюсь. Завтра хоть поменьше жара будет, 31. 31 на завтра у меня по прогнозу. Это у тебя. А у нас 100. Ой-ой, 100 мы сразу жаримся. Дома сидим. Девчонки там под кондиционером сидят. А4 смотрят, они постоянно его смотрят. А4. А я смотрю... Медведь с вот этими маленькими каракозябликами. А, я не поняла, что ты там смотришь. Завтра трубы надо купить. Видишь, туда виноград положить? Ну, надо, ну. Дома. Я сказал, держи. Я сказал, что... Только сейчас можно на улицу выходить. Но Вася все равно весь день на улице. Весь день. Сегодня мама, я еду. Ну, машину тут что-то все смотрел. Здесь вот. О, как новый. Да подожди, ты не шевели, папа еще не доделал. Папа отремонтирует. Зачем тебе новый? Катайся на этом. Неправда. Нормально. Ну, смотрите, какая проблема. Приклеено было на двухсторонний скотч, видимо. Он шел прям в комплекте этой карты. Из-за жары, видимо, все высохло. И все упало. Как теперь обратно, понятия не имею. Может, просто наклей? Не знаю, Настя, когда приедет, надо обратно что-то там смотреть и приклеивать. Ну, жалко. Китай упал, Монголия. Вот все свалилось. Ой, что прибираешься? Страшно. Сейчас корм я еще насыплю. Она всегда вот туда, она делает кучу, туда корм кладет и быстро пахнет. Может, не надо ей тогда два домика? Все завалено, у тебя заставлено. Один домик убери какой-нибудь. Муха залетела. Поэтому она играет, а в этом спит. Да? Да. Ух ты, деловая какая. Там играет, тут спит. Я сейчас туда колесо поставлю. А этот Кузя весь день летал. Устал? А? Сам залетел. Залетела. Он сам себе клетку открывает всегда. А, ладно, дорогие мои, уже не буду девчонок дергать. Они там кто чем занимается. Поэтому с вами попрощаюсь я одна. Всем пока, всем до завтра.